Рада приветствовать. Город Лисаковск, конечно, сам по себе компактный город. В этом году ему 50 лет только исполнилось. Секретарь Темиртауского маслихата Алексей Ломакин совместно с администрацией Абайского района посетили город Лисаковск Костанайской области для обмена опытом. Одна из главных целей – посмотреть работу КСК, которая в Лисаковске называется КСП. Лисаковский кооператив собственников помещений «Дружба» считается одним из лучших в Республике Казахстан. На самом деле мы сегодня видим логику простых вещей, которые, в принципе, должно работать в каждом дворе. Но не каждый руководитель КСП, КСК, да, может так ее хорошо организовать. Самое главное, что мы преследуем, самая главная цель, чтобы был комфорт и уют у наших людей, у наших жителей. На самом деле все работает, все строго, все четко, все чисто. Именно подход, работа с жителями. Она действительно такая, наверное, образцово-показательная. И на самом деле в таких поездках мы же подмечаем какие-то вещи, которые будем использовать именно в своих городах. Администрация Лисаковска также провела для гостей экскурсию по городу. Делегация посетила несколько дворов, чтобы ознакомиться с программой по благоустройству, а также промышленные объекты, дом культуры, спорткомплекс и детский сад. По словам руководства Абайского района, Лисаковск для рабочей поездки был выбран не случайно. Почему выбрали Лисаковск? Было проведено такой большой объем работы, именно ознакомление работы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство дворовой территории и работы КСП. И была такая дана оценка именно городу Лисаковску. В этом городе проводится именно идеально сформирована вот эти, вот эта деятельность. Да, поэтому вот мы сегодня с коллегами с города Темиртау, города Абай, Карагандинской области приехали для ознакомления. Да, действительно видим, что проведена огромная, колоссальная работа в этом направлении. Напомним, Лисаковск – это моногород с населением чуть больше 36 тысяч человек. По словам визитеров, это действительно чистый и уютный город, с которого стоит брать пример. Кристина Кириченко, Максим Ломакин, новости Темиртау.